Мой отец всегда говорил мне: «Не переживай о том, что не имеешь возможности покупать себе все, что хочешь, что не гуляешь допоздна и не бродишь по клубам, как все остальные. Из-за того, что ты впахиваешь и работаешь над собой все свое время, эти времена пройдут. И тогда те, кто гулял, будут работать оставшуюся часть своей жизни, а ты будешь пожинать плоды своих трудов и получать удовольствие от жизни». Так и произошло. Отсюда я вывел формулу: делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра будешь жить так, как другие только мечтают.